кино пишу, в кино. Полоска только мешает. Можно было уже оттуда вставать, а потом, блядь, здесь. Дебильный пиздец. Поеду, попробую, подрисую там, на что сосед. Сейчас я сойду туда переметнуться. Да, это. Ну там не получится тормозом вкравливать, там скользко. Пойдет. Ручка тем более клинит, видишь, она вот осталась.
Ну а не успеешь, летишь сейчас. Не дай бог, он встанет и так и прямо поедет. Размораживать у тебя нет на машине? Или ВДшки хотя бы по уме? Да в пизду пусть разойдутся все. Ну дай попробуй. Этот, газ не закрывай, лучше в этот, в лоу-сайт это уйди, чем в хай-сайт. Газ отпускаешь, он может выкинуть. Шлем одень. Или иди, я тебя поснимаю. Иди шлем принеси, Саша. Открыто? Открыто. Открыто, да? Да-да-да, иди быстрее. Раскачивать не станет? Да нахуй в пизду, Сань, блять, радиатор сейчас опять захуярим. Нет, да я боюсь тут народу, видишь, я же как сейчас только что, вот он упал, он там дети ходят. Он встанет вот так, пойдет на колесо, встанет, может прямо поехать. Видел, я с него слази, он прямо едет. И он уедет пиздец в кучу, в толпу, если поедет. Нахуй. Правильно? А там мало не покажется. Конечно, ты чё? Да ладно, он если на заднем упадет в бок. Считай, вот здесь я грохнулся, он вон там у нас остановился. Видел же, да? Санька, Санька. Вообще туда он поехал с тобой на ту площадку. Это что за снегоход? Можно? Можно я прокачусь? Но только посиди. Она ее видела. А вдруг нельзя получать? Ты нам... Ну, а я сиди. А базу вот туда? Вообще стандарт. Просто вот это мы. Ну что ты дрифтишь? Нет, я снимать вообще пришел. Да, почти не надо. Почти канал еще оттать. Она рыхлый. Мотоцикл 200 килограмм весь, тяжелый подъем, тяжело. Камера на... На второй, да? Давай, дрифти. Давай. Ты сначала кругами поези, потом начинай открываться. Тормоз вообще не трогай. Тормоз я попробовал, здесь колесо уходит. Рыхло скребет его. Это государственная собственность.
Прям хорошо, ну по такому нормально. Все равно. Сильно прям положишь тогда. Угу. Эти два ряда как раз. Вот пусть течет, ебать. От залива, да? Пусть постоит, ну. Okay.